Увидев новую эффектную прическу Ольги Бузовой, фанаты сравнили ее с Дженнифер Лопес, автор 24.09. 2020 на днях Ольга Бузова стала гостьей премьеры киноленты «Стрельцов». Появившись на красной дорожке, звезда действительно сумела произвести неизгладимое впечатление на присутствующих, и это неудивительно. Ведь ее образ был невероятно эффектным. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Светский показ спортивной драмы «Ильи Учителя» состоялся в кинотеатре «Каро» 11 октября. Картина посвящается знаменитому советскому футболисту Эдуарду Стрельцову, сумевшему вернуть былую славу после того, как его обвинили в изнасиловании и отправили в места лишения свободы. Первое, на что нельзя не обратить внимание, это новая прическа Бузовой. У Инстадивы появилась челка, она собрала волосы в высокий пучок и оставила несколько прядей у лица. Ольга выбрала сдержанный макияж с акцентом на глазах, она нарисовала стрелки и нанесла помаду нейтрального оттенка. Конечно же, челка была накладной, пока певица не решилась на столь радикальное преображение. Также отметим, что Ольга предстала в обтягивающем мини-платье черного цвета. Исполнительница хита «Водица» сочетала его с черными лодочками и массивными золотыми серьгами. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а пикантный вырез декольте сделал акцент на груди. Знаменитость с явным удовольствием позировала фотографом и общалась с другими гостями мероприятия. Увидев перевоплощение телеведущей на свежих снимках, ее поклонники, конечно же, не смогли остаться равнодушными на Дженнифер Лопес. «Очень похоже тут, какой прекрасный образ. Глаз не оторвать, Ольга очень идет себе челка. Абсолютно другое лицо, вылитая Дженнифер Лопес. Оленька, ты мне так Дженнифер Лопес напоминаешь своим стилем, очень стильная. Красавица, ноги от ушей, прическа, огонь. Ноги восхитительные, кстати, образ действительно вам идет. Так вы выглядите моложе и красивее, Джей Ло». И так далее.